Противостояние Салавата Юлаева и Акбарса проходит, что называется, на всех фронтах. 27 февраля, в день, когда профессиональные хоккеисты Уфы и Казани отдыхали после третьей игры серии, между собой на льду в товарищеском матче дружбы схлестнулись болельщики команд. Особенно приятно, что такие игры фанатов стали уже традиционными. В прошлом году также во время плей-офф сыграли мы, у нас играли, здесь также играли. Вот и теперь через год также уже сыграли только здесь. В этом году у команды Салавата не получилось приехать к нам на наши игры. Но зато мы приехали и будем ждать то, что они приедут, то есть уже у нас когда будет. Игра, как и подобает зеленому дерби, мало кого оставила равнодушным. Тут тебе и жесткие стыки, и чудесные преображения, и горечь от упущенной в концовке победы. Поначалу преимущество было на стороне уфимских болельщиков, которые уверенно повели 4-1. Правда, вскоре хозяева расслабились и уже сами оказались в роли догоняющих. Вопреки расхожему мнению, что в таких играх счет не принципиален, юлаевские фанаты вернулись в игру и уравняли цифры на табло. Ничейный счет 6-6 в итоге сохранился до финальной сирены. Это матч дружбы. Он и оправдал свое название, скажем так. Вот. Победила дружба. 6-6, ничейный результат. Я думаю, все остались довольны этим событием. Зеленое дерби даже на уровне болельщиков в очередной раз подтвердило свою статусность. В таком противостоянии соседних республик уступать не хочется никому, поэтому и смотреть за этим потрясающим действом хочется всегда и на любом уровне. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, Мурат Зарипов и Ильшат Казакулов. Хоккейный клуб «Салават Юлаев».